Здравствуйте, меня зовут Екатерина Зыкова, мне 21 год. Я участвую в финале Golden Time Talent и представляю репродукцию Мона Лизы известного итальянского художника Леонардо да Винчи. Над этой картиной начала работать в конце 2019 года. Сам процесс ее создания занял приблизительно 9 месяцев. Арт работы выполнен на формате А3 угольными карандашами на масляной основе. Репродукция Джоконды на сегодняшний день является одной из самых моих масштабных работ. Идея ее создания возникла у меня спонтанно и неожиданно. Хотя за пару лет до этого в разговоре с подругой я в шутку сказала, что когда-нибудь я наработаю скиллы в рисовании до такой степени, что решу взяться за создание репродукции такого серьезного произведения искусства. Как-то, сидя на лекции в колледже по направлению дизайн, у меня возник инсайт, некий импульс. Я проявила инициативу и предложила учителю дать мне для зачета свободную тему. И в качестве зачетной работы представить репродукцию картины «Да Винчи Мона Лизу», а также доклад об этом великом художнике. Соответственно, к творческому процессу я подошла с полной серьезностью, погрузившись в атмосферу мистифицированности образа да Винчи и историю создания его одной из самых мистических работ, которая является Джоконда. Я начала делать первые штрихи, а также заниматься эскизом. В процессе работы тщательной прорисовки требовали детали одежды, фактуру ткани платья, прозрачность вуали, а также попытка воспроизвести эффект сфумато, отобразив плавность тональных переходов, расплывчатость и размытость контуров с целью передачи глубины изобразительного пространства, воздушной среды, как один из приемов воздушной тональной перспективы. Этим нюансам потребовалось уделить достаточно много времени. Также я постаралась приближенно к оригиналу передать черты лица и чарующий пленящий взгляд Джоконды. Несмотря на то, что я работаю карандашом, я пыталась максимально передать схожесть оригинала в цвете, выполненном маслом. На протяжении всего периода работы над репродукцией у меня возникало чувство некоторой ментальной и психоэмоциональной связи с художником. Несмотря на то, что я весьма довольна результатом скрупулезно проделанной работы над этой картиной, «Мона Лиза» является произведением, которое далось мне физически и энергетически достаточно непросто.